Барклуфикум, любой приверженец нововведения, который призывал к нововведениям, когда он говорит, я раскаиваюсь, этого недостаточно. Почему этого недостаточно? Братья, смотрите. Давайте посмотрим на ужас поступка того человека, который что-то испортил в мирских вопросах. Представьте, какой-то человек пошел и взорвал электростанцию, при том, что никто из людей не пострадал, просто взорвал электростанцию. Потом пошел, взорвал горводоканал. Потом пошел Баракаллаху фикум и порезал газовые трубы. Никого из людей не убил. До того, как все это делать, людей оттуда выгнал. Этот человек в любом государстве считается террористом. По законам любого государства, кто совершит подобное, считается террористом. И, соответственно, к нему будут применены соответствующие меры. Братья, этот человек прикрыл людям что? Электричество. Ну, у людей дома свечки есть. Этот человек перекрыл людям воду. Люди пойдут в магазинах, бутылку воду купят. Этот человек, Баракаллаху фикум, перекрыл людям газ. Люди дрова разожгут и кушать себе приготовят. Так или так? И потом эти точно так же электростанции восстанавливаются. Газовое хозяйство восстанавливается, горводоканал восстанавливается. Братья, а что сказать тому, кто перекрыл людям путь к Всевышнему Аллаху? Канал света в виде Корана и Сунны, распространяя новшество у Алия Зубилля. Сюда же относится Баракаллаху фикум, тот человек, который предостерегает от ученых, требующих знания Ахли Сунны. Особенно Баракаллаху фикум, представьте, в каком-то городе, мегаполисе, да, есть электростанция, и он ее взорвал. Но есть Баракаллаху фикум вторая, альтернативно, ее подключат, правильно или нет? Вторую взорвал, есть третья, есть четвертая и так далее, вопрос легко решается. А представьте, в каком-то городишке, африканской какой-то стране, электростанция на коленях стоит. На коленях стоит. И представьте, там от ветра падает. А он еще пришел и ее взорвал. Ветер, когда сильно дует, у них там все столбы падают. А он еще пришел и взорвал. И вот точно так же, Баракаллаху фикум, ладно, если ты живешь в Саудии и начинаешь предостерегать от какого-то алима или от какого-то этого. Помимо него есть еще сотни тысяч уляма. А когда ты живешь в стране, братья, в странах СНГ, где, братья, на одной руке, если посчитать, Баракаллаху фикум, это много будет, кто нас по-настоящему призывает в наше время к Корану и Сунне, и при этом ты берешь людям, перекрываешь этот канал, говоря плохо и так далее и тому подобное. Надо, братья, думать об этом. Даже если в этом человеке есть какие-то ошибки, надо, братья, 7 раз отмерить перед тем, как один раз отрезать. Подумай, что я сейчас начну предостерегать от этого человека из-за этих ошибок. И люди перестанут его слушать. А кого они потом будут слушать? Вот они перестали его слушать, да, хорошо. Ты сразу задумайся дальше, а кого будут слушать? Это при том раскладе, что ты искренне это делаешь. Потому что большинство часть это делает, его не слушайте меня, потому что слушаете. Его не слушайте, почему? А кого меня слушать? Поэтому многие из тех, кто есть такие, которые предостерегают от всех. И если ты им задаешь вопрос, брат, вот ты предостерег от этого, от этого, от этого. А кого слушать? И при этом скажи, тебя я слушать не хочу. Тебя я слушать не хочу. И он не ответит тебе. Он не ответит. Поэтому, братья, Баракаллаху фикум, если кто-то этими вещами занимался и призывал к новшествам, или же Баракаллаху фикум призывал людей не слушать приветствия Ахли Сунны, и люди перестали слушать, и начали слушать кого? Начали слушать приветствия Ахли Сунны. Этот человек говорит, все, я туптулила, раскаялся перед Всевышним Аллахом. Как один человек на своем каналах распространял гадости про призывающих. Его, когда на своих хозяин, говорит, все, туптулила, и убрал эти записи. Мало того, что ты убрал, васляху, исправили. Скажи, братья, я предостерегал такого, я раскаюсь, я был неправ. Потому что тауба твоя не будет принята. Илля лявина табу ва асляху. Исправь. Исправь то, что ты испортил. Иди заново построй эту электростанцию, водное хозяйство, газовое хозяйство и так далее, через которые приходит свет Курана и Сунны, вода Курана и Сунны, газ Курана и Сунны людям. И поэтому ученые говорят, что покаяние, приветствие нововведение не будет принято до тех пор, пока он не исправит то, что испортил из религии. То есть, если он призывал к новшествам, чтобы он раскаялся, и говорил, что то, что я призывал, является заблуждением. Он должен во всеуслышание объявить о том, что те новшества, к которым он призывал, являются заблуждением. Что он кается и отказывается от всего того, к чему он призывал, и начал разъяснять людям истину.
А тот, кто и также это касается того, кто предостерегал от ученых, требующих знаний и призывающих из числа Ахлисунна Джима, он должен обязательно объявить о том, что он заблуждался, и что слушайте, братья, этих людей и так далее и тому подобное. А что касается ошибок приверженцев Сунны, от которых предостерегал, то никто ему не запрещает, баракулуфикум, что предостерегать от ошибок. Скажи просто, сделай запись, есть люди, которые говорят вот так-то, вот так-то, вот так-то, это неправильно, это заблуждение, это противоречит доводу и так далее и тому подобное. Баракулуфикум, этим самым, наоборот, ты, Ясан, хорошо поступишь с этими требующими знания. Не предостерегает самого этого человека, если в своей основе он является приверженцем Сунны. И вот Всевышний Аллах Субхану говорит, «Илля ляви на табу», кроме тех, кто рассказал, «Васлиху, амалягум», исправит свои дела, «Ва'ата саму билляхи, ай вафику билля», то есть, и будут доверять и уповать, будут доверять Всевышнему Аллаху и уповать на Него, «Ва'хля суди нагум лилля», и очистят свою веру перед Ним, «Арада лихласа билькальб», то есть, имеется в виду искренность сердца, «Лянна нефака куфрулькальб», потому что нефак – это неверие чего? Сердце. «Фазавалю якуну бихлас кальб», избавление от такого нефака будет чем? Как проявится, если у человека искренность сердца появится? Поэтому в этих словах ученый говорит указание на то, что Аллах принимает покаяние мунафика, но при соблюдении ниже упомянутых условий. Фауляйка мааль муминин, и такие будут считаться или же окажутся вместе с верующими, халифарамин аль муминин, то есть мааль муминин, будут из числа верующих. Васауфа ютилляху аль муминина аджрана азима, и Всевышний Аллах субханаху ва тааля дарит верующим, верующих, имам Багуют Филяхр, на том свете, аджран авима, великой наградой, яни аль-джанна, то есть раем, вахузев этилья мин юти филяхат, то есть юти, не пришло упоминание, нету, не написано буква я, филяхат, лисукутия филявз, потому что она не произносится. А почему она не произносится, хоть нету правил и араба, которые бы требовали от нас не произносить эту фасауфа юти, фасауфа юти, потому что говорит лисукутия филявз, лисукути лям фи Аллах. Потому что у тебя получается Аллах. Два сукуна встречаются, я и Аллах. Поэтому юти будет. Инна хаза аль-Кур'ана яхди лиллати хия акваму ва юбаширу аль-муминина аль-лазина ягмалуна аль-салихати анна лахум аджран кабира. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.